Александр, разумеется, я Голубери, и сегодня мы вместе с вами будем играть в танчики. С момента записи прошлого видео я прокачал себе свою первую девятку. Это Type 4 Heavy. На нем я уже успел сыграть очень классный бой. А также я взял недавно первого мастера. Взял я его на ОХО, на японском танке 8 уровня. Это, кстати, не шуточки. Сейчас я вам покажу. Вот он, мастер. Смотрите, максимальный урон за бой 4200. Там заблокированного было где-то по 1006. Короче, вот такая вот была классная каточка. Надеюсь, сейчас мы тоже возьмем кучу мастеров. Но пока что погнали сыграем на тайпе. Меня закинуло на... Что же это? На Прохоровку. О, отлично, к восьмеркам. Сейчас, наверное, поеду на гору и буду там что-нибудь предпринимать. В открытую туда, на поле между кустиками, точно не поеду, потому что там будет жесть, как всегда. Меня будут шить куда угодно. А вот на горе, в принципе, у тайпа неплохие УВНы. Мне кажется, можно будет как-нибудь там отыграть. Оу, самая быстрая скорость, я гонщик. Куда погнал? Стой. Ух, уехал от меня. Ой, и этот уехал. Я, короче, здесь самый медленный, но зато самый бронированный. Именно в бортах. Ну, не в бортах, а вообще в корпусе. Наверное. Ого, КВ-4, вот это у него башенка, конечно. Это просто, мне кажется, рай для ПТСАУ и для людей, которые сидят в кустах. Мне кажется, это просто отпад. О, восьмерочка едет. Дайте-ка подождем. А нет, не будем ждать. Вот 50 ТП, вот это опасно. И 60 ТП. Помню, еще на ОНИ, когда играл. Нет, на УХО. На УХО 8 уровня. Меня закинуло к десяткам. И выезжает этот 60 ТП. Бам! 800 урона. Я прям один выстрел, 800 урона. Ну, в принципе, вот эта вот фугасница тоже может по 800 кидать. Но, блин, я прям не ожидал. Я думал, там где-то 400 будет. А потом зашел, у него средняя альфа, 700 урона. Это просто какой-то трындец. Эх, я пока доеду, там уже, мне кажется, всю гору нашу это жмут. Я даже, наверное, пострелять не успею. Вот не люблю, блин, такие карты. Закидывает... И ты, блин, еле что-то успеваешь. Но ничего, зато я когда доеду, я всех вынесу. Куда Бориска едет? Не захотел тут стоять. КВ-4, кстати, тоже плюс-минус медленный. Ну, вот я смотрю по скорости. Ну, не, поднимается он, конечно, увереннее моего. 5 километров в час. Круто, гоночный болид. Формула-1. А нет, 8 километров в час. Вы что? А нет, 5. Да легче уже нажать и релаксить. Реально, вот пока он едет, можно сидеть поотдыхать. Сходить там себе чай заварить, бутики сделать. Так, дай-ка. Ты где? А что, у меня на него прострела нету, что ли? А на проджета тоже нету. А на... Опа. Да отойди ты, ё-моё! Оп! Ух, попал. И мне кажется, я ему башню повредил. Потому что я ему плюс-минус в это место, вместо башни где-то попал. Так, ну это хорошо, 400 урона в копилочку закидываем. Так, нужно надо 54-го выезжать. А то он, блин, здесь один, все направление держит, а мы его никак прорвать не можем. Давайте, рвите. Блин, я в засвете, нужно Е75-му тыку дать. На! Ух, по пушке попал. Отлично, просто повезло. Куда он мне именно попал? Вот. Он, короче, он хотел мне стрельнуть в маску орудия. Но, короче, я, наверное, как-то довернул пушкой, и он мне по пушке попал. Ну ладно, пушку нужно чинить. То без пушки никуда. Танк без пушки не танк. Где ты? А тут? Ух, пробил. Уже хорошо. Практически 1500 урона. Я же вам говорил, а вот если доеду, то будет жестко. Ах, не пробил. Да, ну здесь, да, я здесь как-то стрельнул, когда он рамбом ехал как-то. Здесь прям было ясно, что я ничего тут не сделаю.
Он боится. Бойся, бойся. Правильно делаешь. Такого киберспортсмена, как я, нужно бояться. Оп! Ха! Бортом повернулся. Удас! Чем он меня? Фугасами бьет! Ну, это, кстати, хорошая попытка, но... Куда он собрался меня пробивать? Не знаю. Так, вон там 50 ТП едет. Что с ним можно сделать? Ага. Проджета. Ой, пантера. Блин, бортом я нечаянно к ней стал. Она мне кинула 200 урона. Вот гадка. Нужно выезжать, нужно ехать дальше. Но, блин, вот этот проджет и Т-50 не дают. Нужно их как-нибудь отвлечь. А вот как? Ой, кто там полетел? Самолетик. Так, так, так. Нужно что-нибудь предпринимать. Нужно что-нибудь думать. Нужно как-то так подъезжать, чтобы меня и проджета не трогал. И Т-50 меня не видел. Ай ты, блин, Удес! Ты где там? Опа! Блин, ну была хорошая попытка. Ух, где это он? А, вон он! Удес! Стреляйте! Отлично! По моему засвету, кстати. Это хорошо было. Оп, мазанул. Так, сейчас по мне еще Шкода будет стрелять, да? Ну, я так плюс-минус от нее бортану. Как-нибудь вот так. Фух, ну ладно, бортом нужно выехать. Опа! Отлично! На 400 урона. Ну все, я думаю, можно ехать дальше. Его уже разберут без меня. Я уже не успею здесь выстрелить, да. Нужно ехать встречать где-нибудь Шкоду. А прикиньте, Шкода какой-нибудь киберспортсмен сейчас возьмет Колобанова. Было бы круто. Сейчас она всех здесь разведет. Где она? А, она уехала, короче, закатилась. Выйдет? Нет. Ну, в принципе, игра хорошая. 2000 урона, 2 заблокированного. Учитывая то, что я подъехал где-то, когда уже счет 7-3, кажется, был. Мне понравилось. Игра топчик. Что тут? Третья степень, бронебойщик и стрелок. Подробный отчет. А, нет, командный результат. А, ну по урону я на 4-м месте. Плюс-минус нормально. Хорошо. 666! Так. Сыграли на тяжике, сыграем на СТшке. Вот, видя мое задание нанести урон 7 единицам техники за бой, я хочу взять ВК. Он очень быстро перезаряжается. Но это 34 альфа больше. Я уже его прокачал, уже могу Т-43 покупать. Но, блин, а кредитов не хватает, не хватает. Вот жду какое-нибудь испытание, ну не испытание, а событие, чтобы выполнять, там, боны получать. И, кстати, скоро танчик себе за боны куплю, за 8000. Альфа-тигра хочу себе. Ну, я, наверное, не знаю. Возьму... Это 34. Он меня манит чем-то, я не знаю. Просто, вот, я его вижу, я хочу на нем поиграть. Прям какой-то такой танк, ну, блин, не знаю. Чем-то вот он таким зацепляет. Какой-то такой... классикой, мощной прям. Не знаю. Вот ни на каких танках такого у меня нету. Вот только на Т-34. Так, нас закинуло к семерочкам. Семерки здесь 3, поэтому мне кажется, особо они нам мешать не будут. Я, наверное, поеду в сторону деревни, потому что вот здесь на заводе мне нечего делать. На горе в основном ЛТшки. Ну и здесь тоже ЛТшки. Поэтому я поеду в город. Попробую что-нибудь сделать там. В основном туда ездят СТ. Легкие танчики иногда светят. Может, по кому-нибудь, по какой-нибудь ЛТшке, вот как наша МХ, попаду. Так, кто-то не загрузился. Нужно кого-нибудь позвать со мной. Да здесь, в принципе, много кто сейчас со мной едет. Я, наверное, поеду занимать сразу же позицию возле вот этого вот домика. Чтобы у меня был прострел. У меня тогда будет прострел и на завод, и вот сюда дальше. Блин, по мне, конечно, тоже будет. Это будет печально. О, леопард уже светит. Круто. Круто, круто. А20. Кстати, я когда-то помню, А20, он, по-моему, был этим танком 4-го уровня. Сейчас он ни с того ни с сего 5-м стал. У меня вот сейчас даже на Xbox'е есть он, и он 4-го уровня, а здесь он 5-й. Странно. Так, смотрим на танки противников.
Ну, плюс-минус нормально. Брать этот под калибры не буду. Смысла нету. Так, нужно как-нибудь так отъехать, чтобы... Ах ты ж, гад! Ух, засветил меня! А как я его не засветил? Вот зачем я, блин, двигался? Вот так вот выйду, чтобы еще вот, вот там было пострелять место. Дайте вот, вот так вот, да. Отлично. Ждем. Опа, поехал, поехал, поехал. А, нет, сейчас туда. Или туда, или туда. Не знает, куда ему кинуться. Вот бедный. Значит, я к ним поеду. Ха-ха. Раз они не едут, поеду я. Как его быстро так разобрали? И 40 ТП плюс-минус. Умрет скоро. Ах ты ж. Гадюк. Едь, 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 едь. Я тебя жду. Ну едь ты, едь. Едь. Хе, убили. Печалька, 4-5. Пока что счет у нас 4-5. Это плоховато. Все, помогай, работаем сообща. Он его на каток поставил, да? Если мне не кажется. Отлично. Да, он его, кажись, на каток поставил. Добивай. Отлично. Отлично. Ну все, город мы порвали. Опа, супер хелкет где-то здесь. Прямо где-то здесь. Вот он здесь, да. А, все, у меня ремки нету. Капец. Ремки нету, я оглушили. Прострел нету. Ну, ничего. Так, нужно чуть-чуть отъезжать. Ты 67? Выйди, выйди, ну выйди, блин. Вот она ж потом по мне по-любому стрелять-то будет. Опа, мне нужна помощь! Помоги! Ага, ждет меня. Я его тоже буду ждать. Все, я стану на месте и буду тут ждать. Не пробьешь, не пробьешь, не пробьешь. Ах ты, гад, пробил! Отлично, спасибо. Просто топчики. Спасибо. А! Там же Т-67! Я совсем забыл про него! Вот я и говорю! То что вы видите? Все, стоим, стоим. На цвет, а там арта. Ага, арта где-то тут. Дайте-ка. Блайт. Не попал. Печально. Чири. Блям. Хе-хе. Так тебе и надо. Блин, 7-9. Мы проигрываем. А может на арту пойти? Наверное, давайте. Нет, на арту точно нет. На арту точно нет. Если меня арта засветит, меня убьет Т-67. Я лучше вот здесь вот в кусты стану и буду в этих кустах что-нибудь настреливать. Арту, к примеру. Арту, 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 выносите. Выносите. Мне нельзя. Убейте, 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 убейте. Пожалуйста. Она меня не заметила, что? В натуре не заметила. Офигеть, она меня не заметила. Да, ее убили. Отлично. Вот этого бейте еще. Раз ее нету, а все справа. В принципе, можно забрать арту. Но, блин, мне никто не поможет. В этом-то и прикол. Что у нас, блин, все здесь такие челики. Мазанул. И арта меня сейчас, кажется, обнаружит еще, да? Или нет? Нет. Да хорошо. Опа, вон она, вон она, вон она, ну вон она. Убейте ее кто-нибудь. А застопся ты уже. А меня никто не заметил, кстати.
Ага, арта мне помогает, это хорошо. Заберу. Нет, не попал даже. Печалька. Печалечка. Арту, все, арту забрали. Ой. Ну, бой, да, бой напряженный. О, привет, ты тут? Давай-ка вот туда едь. Первого КВ заберите. Ну вот зачем он это сделал, а? Вот он же здесь стоит, сейчас нас спалят, спасибочки. Ну я давайте в каточек стрельну уже. Что же мне мелочиться? А, мимо! А! Вот если бы я попал, мы бы его вынесли, отлично. Так. Так, сейчас он отсюда выйдет. КВ первое. Отлично. На тебе. Хорошо. Я еще не в засвете. А, остался у них фуловый Т-52. Две американки. А мы с П-43. Но я думаю, меня здесь не заметят, если я буду просто стоять. Вон, Т-52. Поехал. О, Чири. В пол! Какой нафиг пол? Серьезно? Какой пол? Один выстрел, он был шотный. Какой нафиг пол? Просто снаряд в пол улетел. Отлично, но я хочу это досмотреть. Но это была очень крутая игра. Ну зачем же ты стреляешь? Ну хотя да, ему здесь уже нечего делать, но... Блин, он еще мажет постоянно. Ну ничего, игра получилась чего? Игра получилась, в принципе, нормальная. У меня 1000 урона по засвету, примерно 1500 этих. Игра была хорошая, но вот с тиммейтами не задалось. Они мне в самом начале вообще не помогали. Я их звал. И ноль помощи. Арту им светил, КВшку им светил, еще одну арту им светил. А они, блин. Отметка? Это моя первая отметка вообще... За все время, что я играл. Текущий показатель выше, чем у 60% игроков, игравших на этой машине в течение 14 последних дней. Круто. Но, блин, здесь отметка как-то не смотрится. Смотрите. Она какой-то гирей показана. Мне кажется, вот нужно снять вот этот камуфляжик, да? Вот если я сниму. Да, тогда вот если я поставлю обычно, отметка будет видна. Давайте, наверное, так и сделаем. Поставлю свой какой-нибудь камуфляж, потому что на этих, во, видите как? Отметка, она сливается практически. Это моя первая, она должна быть хорошо видна. Прям вообще круто смотрится. Давайте-ка забабахаем. Оу, с отметочкой на стволе! А, следующий танчик, на котором я хочу поиграть, это Суперхелк. В принципе, я знаю, куда можно ехать на Хелкете, где можно жестко понадоедать противникам. Главное, чтобы меня еще какие-нибудь ПТшки быстренько прикрыли. У меня плюс-минус средняя скорость 70-75 км в час. Ну, у меня здесь стоит турбонагнетатель. Это же так правильно называется? Короче, не суть. Я сейчас собираюсь поехать вот сюда, за вот этот вот камушек, а потом стрелять по тяжикам, которые будут вот здесь. Мне кажется, на Супер Хелкете это будет круто, потому что он довольно маневренный, и я смогу быстренько убежать. Ух! Чуть не произошло ДТП. Вот, смотрите. Мы с Еписем плюс-минус на одной скорости. Ну да, он чуть-чуть побыстрее, я еще просто разгон не набрал. Вот, смотрите, 65. Сейчас оно вообще до 75 может разогнаться. Ну, турбонагнетатель на Супер Хелкете, это, конечно, да, это пушка просто. О, видите, с какой я скоростью еду? Я еду быстрее его даже немного. Это куда? Вот сюда, да? Опа. Чик-чик, маневры. Ах ты, гад! Чик-чик, маневры. Маневры закончились. Ну, убейте же его кто-нибудь уже. Эх, вы... Да, господи! А! Со всех сторон! Со всех сторон! Короче, я думал, я хорошо отыграю, но меня заметили прям в самом начале и начали расстреливать со всех сторон. Это было очень обидно.
Больше на Суперхеллкате я сегодня играть не буду. Я на него обижен. На ком можно сыграть еще? То на этом играли, на этом играли, на этом играли. На ЛТшках не играли. ЛТшку вот эту брать не хочу. Башня у него не крутится. Какой-то он галимый. Вот давайте вот этого. Эх, меня приглашает Супер Юлечка. В следующий раз. Куда мне сейчас ехать? Поеду я туда, там тяжи меня разнесут. Поеду я сюда, там тяжи меня разнесут. Поеду я сюда, здесь ПТшки меня разнесут. Поеду я сюда, меня вот эти ПТшки вынесут. Что же делать? Стану ПТшкой? Ладно, на самом деле шучу. Сейчас нужно выбрать. Эники, Бенники, ели вареники. Эники, Бенники, ты. Угу. Едем сюда. Это на самом-то деле потная каточка будет. Помогите мне! Еду, еду, еду. Все, не еду. Там уже есть все. Текаю. Текаю. Нет. Нет. Нет, текаю. Оу, е, утек. Так, жду тебя. Я ПТшка. Ты меня не бачишь. Где? Сюда, вот. Вот сюда едь. Я тебя жду. Давай сюда. Вот сюда едь. Давай. АМД, свети его. Отлично, топчик. Я вам больше не нужен. Эх, блин, а ремку я-то на гусеницу потратил. Ой! Ах ты гад, блин! Ты же барабанный! Да обходите вы их, блин! Чири! Они нафиг шотные! Да поубивай ты уже их, блин! Наконец-то! Все, ура, я тут всех вынес. Так, кого еще можно побить? Никого. Поэтому делаем разворот для разминочки и едем дальше. Смотрите, сейчас перевернусь. А, блин, а так хотелось. Давайте еще разок. Ух, блин, а. Печально, очень печально. О, да, по Е50 сейчас стрельну ему по жопе. Уехал. Печалька. Куда она поехала? Ей что, делать нечего, что ли? Ой, я буду валить деревья, чтобы арта знала, что мы едем. Обо мне не стреляла. Ну и куда тебя? Ах ты, господи. Куда по тебе стрелять-то? Тебя же не пробить. Так, ВЗ-шка едет обратно. Свет! Где Свет? Свет! Где? Она ж прям здесь стоит. ВГ, что с вами? Она здесь стоит, почему я ее не вижу? Так, где ты? Господи. Где эта АТ-8? А вон она уже слезла, ё-моё. Я, блин, жду ее, жду. Она уже слезла. Ну, значит, сейчас я ее вынесу. Особенно этого вынесу. Ну, стрельни. А, мы сейчас захватом возьмем. Вот и все. Куда тебя? А, сюда! Ой! Не убивай! Страшно. Ну, я здесь уже один 20% добыл.
О, КВ-3. Вот на его убийство можно побежать. Нет, нет, назад, отступай! Ты не сможешь его победить, он слишком силен. А я смогу! Отлично, отличная каточка. 500 урона, 1 килчик. Классно, мне понравилось. Ой, блин. Кстати, игра на Хелкоте, которую мы играли, затащилась, прикиньте. Да это я, если б не я, блин, там бы все слились, вот смотрите. Но, я же легенда, вы что? У меня здесь самые лучшие отметочки, а что я вам получил такое? О, кстати, мы с вами ни разу не играли на арте. Прям вообще. Время пришло. Давайте реально сейчас сыграем на арте. Погнали, я согласен. Смотрите, кстати, у меня скоро тоже будет такая элевационация. Из вот такой какашки. В биг какашку. У которой даже есть большой выхлоп. А у нее бревна нету? А нет, нету. Эх, печалька. Вот посмотрите, вот это всего лишь разница в один уровень. Насколько она круче. Просто танк-легенда. Я шучу, конечно. Арта это не танк-легенда. Арта это танк... танк-бот. Но мне на ней нравится играть. Да. Потому что на ней можно играть кушая. Кушая. Я поэтому и начал ее прокачивать, потому что на ней особо не надо заморачиваться. Просто стоишь там мышкой что-то водишь. Но сейчас я не кушаю. Сейчас я релаксирую. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля-ля. Упс. Печально. Релакс продолжается. Так. Так. Угу, понятно с тобой, Бобик. Опа, тут тоже Бобик. Хе-хе! Бобик, пощады не будет. Блин, а будет. Вот если бы ты не уехал, пощады бы не было. А так будет. Давай, 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 давай. Да! Попал! И причем, мне кажется, в комбашен, куда? Оглушил и пробил его, да? Куда я ему? Да господи ты, ё-моё. Да, вон я ему вот прям вот куда я сейчас смотрю, туда я ему попал, да причем еще, кажись, с пробитием. Потому что он был фуловый, а стал вроде бы не фуловым. Точно не знаю, но выглядело это очень эпично. Еще разок, да? Блин, а! Не... План капкан не удался. Печально. Но я порелаксировал. Релакс. Так, вот КВ второго нужно забраться. А то он здесь всех бесит, мне кажется. Держит всю... всех в страхе. Давай, давай, давай! Да! Забрал! Забрал! Отлично! Хорошо! Он думал, убежит, а я... Не-не-не, стоять! Я тут релаксирую. Когда я релаксирую, никто не уйдет. Имба, имба, просто... Чел, лучше, найс, просто. Я помогу тебе. Я помогу тебе. Так, кто там меня толкает? А, я ничего не на F нажал и ехать начал. И куда я уехал? В канаву. А мне в канаву не надо. Мне сюда надо. Ага, вижу. Какой-то... А бабус тут стоит. Хап-ху! В речку. Эх, печалька, печалька. Ладно, теперь... Концентрируемся с этой стороны. Здесь у нас более жесткие люди. К примеру, Дикер Макс. А, бот. Не попал, а я попаду. Засветите мне, пожалуйста, Дикер Макса. Вот этого. Блямс. Есть! Оглушение дали, урончик дали. Гусеницу повредили. Нормально. Ну, я этого ждал, я этого и ждал. Хап-ху! Ха-ха-ха! Просто кап-
капец! Я прям так четко, очень четко. Вообще, вот поэтому мне арта и нравится, понимаете? Она такая, легкий танк, прям легкий, на нем легко играть. Ну все. Арта последняя осталась. Где-то здесь. Где-то здесь. А я уже свожусь. Где-то она тут будет, по-любому. А, блин, ее уже убили. Итак, подводим итоги. Что мы сегодня сделали? Сыграли мега классный бой на Type 4 Heavy. Там плюс-минус 2000 урона. Сыграли на Т-34-85, но нам, конечно, союзнички не помогли, поэтому, ну, каточку мы слили. Но она была крутая, здесь я взял свою первую звезду. На Супер Хеллкетте сыграли очень крутую катку, без меня бы там никто не победил. На Супер Чаффе я сыграл супер мега катку, без меня просто бы команда слилась. И на Су-85, все то же самое. На этом мы, пожалуй, закончим, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, понравился вам этот видосик или же нет. Как можно улучшить видосы с танками? Всем пока!